Доставка со скоростью улитки. Письмо от Почты России шло к адресату полтора месяца. А ведь адрес доставки располагался в 850 метрах от ростовского главпочтамта. Получателем конверта являлся интернет-портал «Ростов-газета». Послание содержало требование убрать недостоверный материал о работе Почты России. В Почте России сообщили, за задержку письма будет наказан почтальон. Сотрудник компании отнес письмо в редакцию, где нет почтового ящика. Журналисты подсчитали, что скорость данной доставки составила 78 сантиметров в час. Это чуть быстрее улитки, но медленнее ленивца или черепахи.